Больше никто не проснулся. Пока нет, спят еще. Пив животный. Пив животный. Сколько раз в день питаешься? Я два, наверное. Хотя все остальные жрут с утра до вечера. Кто больше, ты или Шпак? Шпак 119-200, я 111. Третий сезон может не быть. Конечно, может не быть. Это же дорого за собственные деньги все делать. Когда выхлопа нету. Это же... Самое вкусное манго. Это все, на что ты способен, Посейдон. Почему вес так мало теряю? Потому что у меня самый максимальный вес был 123. Все равно есть минимум, который может быть. Живухина хотел бы пригласить, да. У меня не было его телефона. Я хотел от него видео записать поздравительное, а телефон что-то не нашел. Ну, видимо, не сильно искал. Но я так спросил у парочки, что-то мне не дали его телефон. Верхнюю треть, короче, молока, а так остальное кофе. С Матч ТВ будем общаться после возвращения. Кофе, а остальное молоко. Ваша одежда доставляется в Европу? Она доставляется, но дорого, поэтому там представители у нас уже есть. В Германии живут. clockofd.eu, сайт у них. Кто положительно о проекте отзывается? Секундные расходы на Ишаньки. Штанга с блинами. Мне прислали мои партнеры, спонсоры. Компания Гейнфастер мне прислала. Как на первый, так и на второй турнир. Бесплатно. Виза не нужна в Таиланд, если до 30 дней. А как вы вот можете понять, что все по кучкам? Как это по кучкам? Как это вы поняли, что все по кучкам? Все тут вместе? Расходы на клоках, на Ишанькиных? На всех расходы. Все сбрасываются. Общий проект. Сайт еще раз clockofd.eu. Сколько доставка будет в Москву? Не знаю, не узнавал. Люди здесь ее забирают, которые в Таиланде живут. В Германии, да. Ютубом не зарабатываю. Поэтому мне просмотры для денег не интересны. Просто как спортивный интерес. Клоков, база, Тим, Балашихи. А работать кто там будет? Сделайте больше траха, ебля, секса. Настя, монтируй больше траха, ебля. Да, я думаю, доставка в Москву очень дорого бы стоила. Дороже, чем новую. Да, дороже. Вон, Слай говорит, дороже, чем в Москве новую купить. Переехать в Штаты нет, не планирую. Спросили, что для тебя YouTube, я сказал, для меня это хобби. Вы когда, у вас есть какое-то хобби, коллекционирование или что-то, вы тоже туда много бабок втюхиваете. Некоторые люди огромные деньги вкладывают в свое хобби. Ну, поэтому это то же самое. И Gamefaster, американская компания. Киев семинаром.
Ребят, ну в личку пишите, поговорим. Со штангетками должны или сюда прислать пробные образцы, или уже когда в Москву вернемся. Жду ответа с Китая. На немецком сайте нет пока, да, женской одежды. Ленка еще им туда не прислала ее. В чем разница между Илейкой и Cloak of D? Ну, Илейка, во-первых, это бренд. Плюс она сертифицированная Международной Федерацией. Вот, имеет определенный штамп. На Генфастере пока этого нету. В Германии будут семинары, да, мы там запланировали один семинар. А? Вылезает змей. Вылезает змей? Нет, не та змей. Все, пошла вода в хату. Выражение знакомое, да? Что за штангетки? Я шью штангетки в Китае. Готовлю. Наверное, имеет в виду эту шпировку китайскую. Ленинг. А, Ленинг. Ленинг. Ну, Ленинг хорошие штангетки. Я в Белоруссии был и выступал в Белоруссии в 2010 году в Минске. Каникулы в Штатах, в Майами, блин. Что лучше, Лейка или Генфастер? Цена-качество, ребят. Кому-то качество важно, кому-то цена важна. Кто-то на балансе играет. И Генфастер, он больше такой сбалансированный, да, то есть что-то посерединке. Там за бренд не берется. И Лейка очень много за бренд берет, потому что действительно бренд. А при чем тут советский флаг и Киев? Что вы начинаете накалять? В Германии, если честно, не помню, у меня надо в календарь смотреть. У меня там до конца июля все выходные забиты семинарами по всему миру. Я поэтому не помню, когда будет и в каком городе. Чем отличается гриф и блины в тяжелой атлетике? От обычных. Ну, как, чем отличается? Ну, сплав металла. Цель даже, смысл грифа другой. Гриф, который стоит 20-30 тысяч, это не гриф, это просто палка металлическая. Вы можете также арматуру взять и туда блины приделать, какие-нибудь прицепить. Но это разные вещи. Это как Лада, это как Жигули и Мерседес, ё-моё. Жигули, Лада — это просто металл, а Мерседес — технологии. И вот та же самая. У Генфастера блины прорезиненные, да. Спорт вне политики, ребята, да, политику не надо. Чехии в календаре нету. Семь комнат, у нас 7 комнат на вилле. Денег много, ребят, ушло. Широкие ноги, штангетки лучше, либо календарь с Nike. На широкую ногу лучше Рибок. На широкую ногу лучше Рибок. Как относишься к бороде? К бороде какой бороде? Дима, ты устал, Кузьмина печальная. Че нам пойти это? Че сделать-то? Тот твой круче был без телефонов, что такое? Ну, что в телефонах все ходят, в перископах. А-а-а. Надо попадают, как в перископах. Тот тай был круче. Они разные, не надо их сравнивать.
суть разная и цели разные. Григорий найдет. Так, всем шухер, Григорий найдет. Меньше секса разврата. Где Григорий? Юрий Спасокукоцкий пришел. Что, может, собираемся-то? Куда? А Ишанькины пойдут? Спасокукоцкий пришел. А что, методику принес? Ребенка своего. А, нет, в этой серии... А, да, в этой серии Новый год.